Боже! Я просто не могу описать, как это вкусно. После сухого пайка, на котором мы сидели, это просто божественно. Просто поставь себе модуль, который сделает все вкусным. Если я это сделаю, разницы уже никогда не почувствую. Может, не будем маяться дурью? Окей, дальше мы не полетим. Ладно, за дело. В этой дыре мы можем радоваться предписанию всеми необходимыми средствами. Сильный шторм. Скоро ветер будет под 70 метров в секунду. Возьми, чтоб тебя ненароком не сдуло. Кейн, мы на Земле. Идем к системе 54 бессмертных. Поняла, Хендрикс. Боюсь, я должна попросить вас слегка отклониться от курса. Бессмертные уже прорвались на черную станцию. Мы сейчас готовим в доках груз для транспортировки. Зачем бессмертным атаковать трущобы? Видимо, им что-то было нужно. Если секретные данные попадут в руки войск договора, то Союз Уинслоу может сильно пострадать. Мы ждем подтверждения атаки дронами, но я хочу, чтобы вы пошли на перехват. Лучше быть на 100% уверенными. Понял. Выдвигаемся. Притормози. Посмотрим. Бессмертных налажена торговля живым товаром. Они продают людей на какие угодно цели. Поэтому они и напали на трущобы. Что они вешают ему на шею? Ошейник не позволяет носителю сбежать. Эй, Хендрикс, это не наше задание. Мы ничем помочь не можем. Мы можем убить Сухина сына. Бежим в укрытие! За мной! Внимание! Куда направляется БМП? Гранаты не помогут! Слышу тебя! Третий этаж! Уничтожь их! Живо! Марш по нему с светлячками! От взрывчатки никакого толку! Слишком прочная броня! Давай же! Выруби этого ублюдка! Работаю над этим! Живо! Марш по нему светлячками!
Работаю над этим. Чисто. Крутой сукин сын попался. И не говори. У бессмертных есть доступ к любому оружию и снаряжению на этом свете. Буря станет еще сильнее, когда мы поднимемся на возвышенность. Приготовься загнать трансформатор в землю и держаться, твою мать! Поторопись! Нужно выбираться отсюда! Ветер поднимается! Запускай трансформатор! Ну же, соберись! Используй трансформатор! Сейчас! Готовы к удару дронами. В эфире. Дроны в воздухе. 10 секунд. Результат отрицательный. Шторм слишком сильный. Буря только усилится. Кейн, мы идем. Хендрикс, держать позицию. Эти волны доставят немало хлопот. Держи трансформатор под рукой. Волна идет. Используй трансформатор.
усиливается! Этот сектор скоро накроет по полной! Видимость ухудшается! Включай тактический режим, а не то у них будет преимущество! Этот сектор скоро накроет по полной! Тактический режим, а не то у них будет преимущество.
Все чисто. Кейн, мы добрались до груза. Что теперь? Подключись к грузу. Я использую твой ПНИ, чтобы удалить данные. Вы это можете? Твой нейронный интерфейс подключен к нашей центральной базе данных. Все передачи отслеживаются. Файлы обработаны. Буря все сильнее. Похоже, она уже почти снесла танкер с волнолома. Ясно. Спасибо, Кейн. Я на верхнюю палубу. Ты на нижнюю. Идем. К центру связи. Доложим, когда закончим зачистку. Лучше поторопитесь. До нас дошли слухи, что разведданные о слабостях наших союзников утекли к войскам договора. Это неизбежно приведет к потерям с нашей стороны. Мы должны что-то предпринять. Понял. Подсвечиваю цели. Собираюсь поджарить их светлячками. Huh!
идем на третий этаж. Кейн, мы сворачиваем зачистку. Бессмертный! Укрытие! Назад! Хендрикс, ты ранен? Подбил гада! Что за хрень? Кто стреляет? Вы в порядке? Агент Кейн. Говорил же, оставайся наверху. Вам нужна помощь. Вы тут наделали столько шума, что все солдаты Б-54 спешат узнать, в чем дело. Нужно вернуться к делу. Вывести их систему связи из строя раньше, чем они поймут, что происходит. За мной. После вас. Блокировано. Вся связь идет через ретранслятор. Можешь найти ее? Минутку. Есть. Мы загрузим генератор помех. Сбор на черной станции. Хорошая идея. Пошли.